Данте у нас печет блины. Даня. Данте, ага, вот так вот, Данте уже и собаку с Даней спутала. А мне там в комментариях написали, а Саша с Баней. Это тоже нормально, да. Такой лифт у них. Ой, вот два лифта. Стоишь. Такое медленное почему-то. Пока Даня блины печет, а я в магазин пойду схожу, у меня сигареты кончились. Мы сегодня... Дел сегодня много. Надо в фикс-прайс съездить. Собаку свозить. Ой, гляньте, бабушка всклокоченная. Мне писали, вот мокрыми руками можно уложить. Ага, эту проволоку фиг уложишь, она все равно встает так, как ей хочется. Почему я коротко, девчонки, и стриглась все время? Вот видите, крышечки собирают, Саша поставила, и батарейки. Дверь такая красивая на улицу. Так, ну что у нас тут? Доброе утро, Питер. Так, в какой мне магазин-то сходить? А, наверное, вот в этот. У них магазинчик маленький с гордым названием «Универсам». Вода вот тоже. Там финские продукты продаются в универсаме в этом. А это дали сдачу. 35 рублей рублями одними. Да, вот, в общем, короче, собаку надо отвезти к ортопеду. Фикс прайс. В СДЭК. Мне нужно в СДЭК. В Мурманске очень неудобно и очень много народу. Вот. Я отсюда из Питера отправлю. Но вот сколько, посмотрим, сколько народу будет сегодня. Но деваться некуда, все равно надо отправлять. Уже давно пора отправлять. Дождичек моросит. Ну, так хорошо. Прохладненько, но не холодно. Был бы у меня в Черноморске вот так под боком магазин. Ой, а то за любой мелочью надо ехать. Так, где у меня? Ключи. Ой, пахнет блинами. Ой, заходишь, блинами так пахнет. Обалдеть. Да что ж такое, не могу одной рукой. И ключи, и замок. Хозяин квартиры рыбаком, что ли, был. Дверь такая. Кто это меня тут встречает? Кто? Кто это? Кто это? Да я разденусь-то. Высоко сижу, далеко гляжу. Тайга отцарапала меня. Да чего вредная кошка? Тайгуш, а Тайгуш, не троньте ее, Сашу и то лапой бьет. Такая прям. Вот я говорю, сама по себе.
никто не нужен. Вроде подойдет, кажется. Погладить можно. Фигушки. Не лезьте ко мне. Я вся гордая, красивая. Ждем Даню. Угу. Он работает. Нам надо ехать. Ждем. Мальчик валяется. Вот. Клетка пустая. Вот тут валяется. Я. Он тянет на площадку, где он с собаками играет. Не хочет. Сашка вообще не слушается. Она у него так, подружка, поиграть, покормить его. Ну все, Даня появился, и он побежал. Он в квартире, кажется, такой большой, а на улице маленький. Приятная такая погодка. Вот она, Алинкина машинка. Чего? Сидит? Ты мой золотой. Нет, сиди, нет. Сиди. Сейчас поедем. Мы в магазин, а ты к доктору. Да. Обреченный. Молодец, не скулит, не гавкает. Скажи, сижу, терплю. Ну вот, мы приехали. Вот тут магазин нужно. Тоже хороший магазин. Ну, высаживай нас, давай. Вот, неприятная новость. Фикс-прайс закрыт на ремонт. До 28 числа. Ну ладно. Мы в этот магазин. Видите, какие цены. Так. $49. О, были бы не черные. Черные тоже нет. Какие, ну какие-нибудь бы. Типа, короче, черные светильные, типа нормальные, обычные, вполне себе. $49. Видите, какие с очечками. Много тут всякой мелочи. Так, а шмотки пойдем смотреть? Да. Да. Нам же все равно время-то пока. Я думала, может, пока подойти до этого типа фикс-прайса другого.
Знаете, какие полотенчики кухонные. Слушайте, прям такие хорошие. Не знаю, как они потом себя покажут, но такие прям плотненькие, хорошие. Ну, у тебя же есть такой. У меня большой, да. Ну, не знаю. Хочется такие эти, типа, полисборники. Полисборники, вот именно. Ага, сибирская зима. О, видите, какие. Наколенники. Ну, я не думаю, что они. Шерсть, хлопок, лайкра. Производство Турции. Ну, теплые. Конечно. Пледы двухспальные. 349 рублей. Ух ты. Пижамы женские. 359. Сорочки. Так. Ну, детского много, но детская. Тоже детская. Туники 649. Размеры до 60-го. Кофты. Кофты, джемпера. Джемпера вот. Кардиганы женские. Толстовки. Всякие, всякие, всякие. Туники 790. Толстовки. С капюшонами. Капри с карманами. Ой, да вот так-то, правда. Летом вот на участке-то. Я себе покупала в прошлом году тут. Так, с той стороны посмотреть еще. Много тут всякого. Ну, такого обиходного. Вот. Туники больших размеров. Халаты на молнии. 269 рублей до 70-го размера. Ну, девчонки. Халат женский, молодежный. Чем отличается от большого размера? Ой, слоны. Люблю слонов-то. Ой, у меня тряпья, правда. Ой, мам, не горю. Футболки великан. Ну, какие футболочки. С собачушечками. Футболки, майки. Вон футболки 179 рублей. Футболки по 99 рублей. В огороде-то. Так, поддеяльник без 499. 699. Просто не на резинке. Разных размеров. Постельное белье Дисней. Набор полотенец. Какие с вышивками. Жилет женский, Болонья.
Вот и я в жилетах как-то не знаю, когда ходить. У меня вот и каракулевый висит, не знаю. Я хожу во флиске, потом сразу одеваю куртку. Носки по 45. Книжку мне надо в дорогу, Саш. Подушечки для стула. Ой, носки сейчас модные, смотрите, чего тут только нет. Цветные какие. Ну, это синтетика, я синтетика. Синтетические не ношу носки. Сейчас тебе поцелую. Очки от солнышка. 229. А я вот в них ничего не вижу. Я вот теперь не хожу. У меня есть одни сверху такие полутемные. Ну, с диоптриями. В таких я ходить не могу. Но бабушка игрушечки. Игрушечки, игрушечки. Мячиков нет надувных. Нету. Видимо, не сезон. Рисование по номерам. Ну, в общем-то и все. Салфетки по 49 рублей. Ну что, мы это типа пойдем? Это в какой? Туда на. Туда пойдем потихоньку. Так, вот они, финские товары. Сейчас посмотрю еще. Тапочки, здравствуйте. Ну, уже таких нет. Есть тепленькие. Так. Ахахахаха. Вон и икра есть. А тут дешевле сыр, чем в вашем магазине. На 100 рублей. Ну что, вот тут вот дворами я хожу все время. А ты уже ходила туда, да? Да не один раз. Я оттуда, наоборот, сюда ходила. Пойдем к другому фикс-прайсу. Ну... Весна в Питере. Вон, а какая красота. Хорошо, птички поют. А что, у них нет фикс-прайса? Плохо, так. Где? Эти попали, короче, одно. Это не то. Это не то. Ну, все для сада, огорода. Так. Так. Нет уже таких птичек. Какие были хорошие. Уже нет. Так. А тут не такой магазин. Тот, куда мы пришли, который закрыт, он гораздо лучше. Так, 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 так. Так, так. Так, а что я там записывала, что нам надо?
Ох, и тут нет скотча такого двухстороннего. Как жалко. Органайзер, смотри. Органайзер какой. Для косметики. Косметика в них не влезает. Вообще. Ну, почему эти? Так-так-так. Так вот именно, что она сама еще и место занимает. Да. В общем, нет опять того, что мне надо. Ни мячиков надувных. Ох, зеркало единорог. Так. Да, тут ассортиментик так себе. Вот хорошие. Мне так они нравятся. Вот эти тряпочки. Оторвал, там повытирал. Выкинул. Так. Ну и все, собственно. Шиповник растворимый. Да, чая тоже нет интересного. Все, мы едем назад домой. Да. Да. Нет. Ничего. Что? Что? Нет, не было. Муравейники. Вон там Ладожский вокзал впереди. Слушай, а я буду уезжать-то с Московского.